Месси, Реал, великий клуб, один из лучших в мире. Аргентинский футболист считает, что сливочным не хватает Криштиану Роналду. Капитан Барселоны Лионель Месси прокомментировал уход Криштиану Роналду из Реала. В начале сезона я уже говорил, что Реал, великий клуб, один из лучших в мире. У них есть много великолепных футболистов, но уход Криштиану повлиял бы на любую команду. В этом нет ничего удивительного, он забивает много голов и многое дает команде на поле. Я не удивлен, что Реалу не хватает Роналду. Но Реал по-прежнему остается одним из лучших клубов мира с великолепным составом. Было здорово играть в одной лиге с Криштиану, он великолепный игрок, но я сконцентрирован на настоящем и на своей команде, цитирует аргентинца издание Марка. Ранее Месси рассказал о соперничестве с Роналду. Лионель совершил невероятное количество обводок в премьере в 2018 году. Смотри также, как лидер сине-гранатовых в пижаме поздравил болельщиков с Рождеством. По материалам сайта news.com.